Корпорация развития с начала года привлекла в регион инвесторов с общим объемом вложений 85 миллиардов рублей. Специалисты сопровождают 91 проект, которые предполагает создание почти 6 тысяч новых рабочих мест. В перечень приоритетных вошли 28 инвестпроектов. Сотрудники подготовили бизнес-планы. 61 проекта разработали 18 бизнес-кейсов. Корпорация развития оказывает сопровождение концессионных соглашений. На сопровождении корпорации находится проект «Многофункциональный ледовый спортивно-образовательный комплекс в городе Уфа». Инициатор проекта УО «Системная концессия» – благотворительный фонд Александра Симака. Заявленный объем инвестиций – порядка 3 миллиардов рублей, количество рабочих мест – 40 единиц. Проект предполагает строительство спортивного комплекса, включающего в себя две хоккейные арены, бассейн, универсальный зал для занятий, хореографический зал, тренажерный зал и стрелковый тир. Что касается особой экономической зоны Алга, статус резидентов получили уже 10 компаний. Общий объем инвестиций 23 миллиарда рублей. Сейчас ведутся переговоры еще с 11 предприятиями. Объем инвестиционного портфеля оценивается в размере 32,5 миллиардов. Планируется создание порядка 1000 новых рабочих мест.